Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. Дерек Чисора, который единогласным решением судей проиграл Александру Усику в поединке супертяжелого веса, считает, что украинцу не хватает ударной мощи. Он сказал, был достаточно близкий бой. Усику не хватает мощности в ударах. Мне кажется, он нанес всего один действительно мощный удар, где-то в 7-м раунде. Вот и все. Мощи в его ударах нет. Думаю, Джошуа и Фьюри его съедят, потому что у Усика нет мощи. Он постоянно двигается, но как ты подберешься к действительно большому парню? Его стиль бокса не подходит под супертяжелый вес. Это больше крузервейт, ему будет тяжело здесь, считает Чисора. Ну, мы знаем, что Усик является обязательным претендентом на титул ВБО Энтони Джошуа. Ну, тут, видите ли, Дерек Чисора выступил в роли капитана очевидности, хотя его слова очень авторитетны, потому что он именно последний соперник, он был в ринге с Усиком и может составлять мнение о нем. Это не какой-то там эксперт, да, который со стороны что-то может говорить. Нет, Чисора проходил многих хороших бойцов или не проходил их. Он сражался с тем же Фьюри дважды, ну и так далее, не буду перечислять. То есть он знает, что говорит, и вердикт его понятен. Усику делать в супертяжах абсолютно нечего, потому что действительно, каким образом он будет подбираться к огромным бойцам. И вот я хотел тоже затронуть интересную тему. Я обычно мало смотрю боксерских обзорщиков, но вот разве что, если подписчики не обратят внимание на какой-нибудь канал, и мне написали недавно, что посмотри, что не карате говорит о бое предстоящем Усика против Энтони Джошуа, и что вроде бы не карате даже считает, что Усик нокаутирует Джошуа. Ну, блин, мне даже не поверилось, ну как можно такое говорить вообще? Я пересмотрел его видос, и да, действительно, он говорит, что Джошуа очень сильно переоценен, и поэтому Александр Усик... А, еще Александр Усик против Чисоры как бы дрался в полсилы, чтобы не вспугнуть... Чтобы не вспугнуть Джошуа, вот Джошуа увидел, что Усик слабак, и все, я его съем. А тут вдруг выходит Усик и начинает драться в стиле Железного Майка, и во втором или в третьем раунде нокаутирует Джошуа, да. Ну, то есть чушь полнейшая вообще. Если в Усика и в крузерах этого удара не было, в суперах тем более, мы видим, что удар не супер. Вот если, я же еще раз повторю, что для того, чтобы побеждали любители, перешедшие в супера, им нужно... Или же соперник, который уступает им по антропометрии, или же соперник, который уступает им по классу. Или же и то, и другое, как это было, допустим, в бою против Чисоры. Чисора, он и по антропометрии, и по классу немножко уступал Усику, но этого хватило, чтобы вот немножко на тоненькую его пройти. А говорить о том, что он пройдет Джошуа, хотелось бы спросить, каким образом вообще, как он пройдет Джошуа. Ну, я даю 90% на победу Джошуа. Усику 10%, я не знаю там на что. Если он вдруг как-то поработает над своей функционалкой, и вдруг он там разовьет такую функционалку, что он даже с таким весом сможет перемещаться, как в крузерах, все время и как-то там, допустим, наносить огромнейшее количество слабых шлепков, но их будет так много, что судьи отдадут ему победу в бою против Джошуа, хотя тут и Джошуа должен быть, там ему или одну руку нужно привязать, или хрен его знает, чем он должен переболеть, чтобы не двигаться совсем. То есть звучит фантастично. Ну, например, насчет Тайсона Фьюри, то тут вообще без вариантов, то есть 100%, конечно, победит Тайсон Фьюри. Такое, в общем, мнение. Ну, Америку я не открыл, да, просто вот подтверждаю то, что я всегда говорил и всегда повторял. Усику в супертяжеловесах особо делать-то нечего. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу, ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал, и всего вам, ребята, самого крутизного этой жизни.